я выслушала. Это Моана. Моана – принцесса острова Матануи. В ее путешествии ей помогла отправиться ее бабушка. Бабушка была единственным человеком, который понимал чувства внучки. Но перед своим отправлением в путь Моана потеряла бабушку. Принцессе трудно перенести потерю важнейшего человека в своей жизни. Поэтому ей нужно стирать их память, дабы больше не мучиться. Это Буратино. Как всем известно, Буратино – деревянный мальчик. Его отец – бедный шарманщик Карл. У него не было детей, и его последняя надежда – Буратино. И ради своего сына он потратил последние деньги на азбуку. Но Буратино для своего развлечения променял азбуку и билет с театром. Буратино очень сильно винит себя за свой поступок. Чтобы забыть кошмары прошлого, ему нужно стирать память. У бедного старика Логана действительно сложная жизнь. Он пережил много всего, чего не пожелаешь даже самому злейшему врагу. После жестких операций у него стальные когти. И теперь он стал мета-человеком. Ему есть только один путь в альтернативной вселенной. Организация «Детей Никс». Под воздействием странных веществ он стал убивать людей, таких же, как он, Росомаха, людей Никс. Как бы долго он не пытался это забыть и сбежать от судьбы, поможет ему начать новую жизнь, только стирать им памяти. Когти подточить. Так, спокойствие, только спокойствие. Не так важно, что я здесь делаю. А вот что ты здесь делаешь? Просто собираю цветы. Я вижу вас насквозь. У вас в голове только корыстные цели. Вы думаете только о себе, но мне уже все равно. Чтобы найти стиратель памяти, вам нужно будет пройти через мои горные реки. Найти ту самую дверь из тысячи других и открыть ее. Найдете – стиратель ваш без возмездно, то есть даром. А если нет, это уже ваши проблемы. Вы останетесь здесь навеки. Как хорошо, что я знаю, куда идти. Но есть проблемы. Как, например, преодолеть течение горной реки и какую именно дверь вы должны открыть? Мне кажется, у меня есть ключ от этой двери! Ёлки-палки, мне кажется, нам стоит объединиться. В одиночку нам просто не справиться. И отправились они в путь. Он был долгим и сложным. Вот, наконец, они и добрались до той самой двери, где их встречал хранитель пещеры. Ну что ж, не ожидал. Поздравляю! Теперь стиратель ваш. Дальше вам распоряжаться. Удачи. Мне кажется, что за время нашего пути мы так сдружились, что я не могу оставить его себе. Собирайте, он мне не нужен. Я не могу его забрать. Мы стали настоящими друзьями. Заберите его себе. Он мне не нужен. Мы с вами одной крови. Я не могу так поступить. Мне кажется, я знаю, что нужно делать с этим стирателем памяти. Хотите что-то забыть, то сейчас та самая возможность. Этот свет для вас. Пусть в вашей памяти останутся только хорошие моменты.